Так, высота тут 20. Можем сделать 18, но здесь еще две ступеньки добавятся. То есть еще полметра. Сейчас так. Такая только у нас и у Майкла Джексона. Папа. У меня раком Макафо играет. Вот так вот мы решили проложить, чтобы посчитать метраж теплого пола. Наконец-то. Снизу закрутил. Под ней. Думаешь, все что? Посмотрим на бетончик. Не выскочил. Прошло второй день только. Пусть пока так стоит открыто. На батарею поставь. Не, нельзя так сушить. Да просто поставь. Не, заебать. Ты сломаешь сейчас, наверное. Хотим добиться прочного бетона вот для этой лестницы. Сейчас вот эксперимент у нас пробный. Добавили фибру, 600-й цемент, потом пластификатор. Налили, все это измеряли в кружках. Вот это смесь получается. Сейчас еще песочек подойдет. Песочек чуть такой вот. Такой гранит. Вот такая лестница.
Вот такой косоур надо залить. Вот и песок пришел. Выск. Теперь вода нужна. Да. Так, сейчас получается 1-3. Надо еще цемент добавить. 1-2 сделаем. О, не любит, видишь, такие вещи. Сразу уходит. Неплохо, неплохо. Дальше разбираем. Я все думал, переживал за этот узел. Хорошо залился. Гладенько. Прям как стекло. Страшно ходить. У нас этот марш не связан с тем. А это выход на крышу. Эта штука уберется, останется плита. А дверь упадет вниз. Либо ее не будет. Там что-то строить будет дальше. Ага. Что там молочко там? Да, получится вот так. Короче, разобрать. Для подсветки. Да. Она даже, можно ее это, смотри. Она сама вылезает? Она вместе с этой вылезет. Хорошо. Не нужна она. Вот недоливка есть чуть-чуть. Сейчас подмажем. Ну это ерунда. Только вот здесь вот видишь? Да это ерунда. Отлично. Косауры-то очень тонкие, поэтому и арматуры в ней очень много. Да, давай сюда. Давай. Здесь лучше. Здесь тоже один косяк есть. Но это не косяк. Не считается. У нас здесь теплый пол, подсветка. Вот тот прикол, что верхний марш, он не касается его. То есть здесь нету. Пусто. Выглядит будет интересно. Это мы оставили закладные, чтобы не сверлить, в теплый пол не попасть. В электрику, подсветку не попасть. Здесь будут перилы, бронзовые, латуневые трубки. Будут идти до потолка. И сразу же оставили распорные дюбеля. Ну, мы их высверлим. Уберем. И сюда анкера потом какие-то придумаем. Выше надо чуть-чуть топором поднадеть. Распорки мешают эти. Отрубить можно их прям там. У нас бетон совсем другого цвета. А у них сыпется даже. Ну я думал, что она грохнется. Я думал, что ты страхуешь это. Блин, это еще лучше получилось, вообще без косяков. Эту когда заливали, набрались опыта, а ту уже заливали на следующий день. Так как она у нас отдельная, поэтому можно было заливать ее с интервалом. И хорошо, что мы залили ее отдельно через день, потому что мы эту разобрали чуть-чуть. Выяснили, где мы не долили, где у нас пустоты были. И эту залили уже лучше. У этой уже все отлично. Давай еще вон ту штуку разберем, там вот соединение, крепление. Страшно, сломается.
Ну, Вов, она, знаешь, по ощущениям, как будто ты ходишь по асфальту, по бетону. Вообще нет никакой дрожжи. Она что, да нет, не стучи, не аж. Мощь. Да ничего не будет ей. Просто выглядит очень так страшновато. Вообще, изначально вот эта штука, вот этот узел должен был соединяться с этим. То есть с этим маршем. Но я отказался от этой идеи. Потому что было бы уже неинтересно, а здесь уже такой возникает момент, что они не соединены, и все по отдельности. И в этом и есть прикол. Ну и вся сложность конструкции. Да, верхнюю вот эту часть хочу посмотреть, что там происходит. Потому что, когда заливал я, там сложно так было залить. Что, залилось все? Пустот нету? А, хорошо. Ну все, тогда будет все держаться. Тогда уже не переживаю, все отлично. Перед тем, как заливать, я еще заливал вот такие формы, проверял консистенцию, качество бетона. Потом разбивали, ломали его, смотрели. Вроде неплохо. Добавки там, фибру. Все клали. Ну, лестница действительно такая сложная очень. И второй раз делать ее неохота. Потому что это будет очень дорого. И желаний не будет. Ну, мы ее еще шлифанем. Верхнюю часть обязательно. Вся будет гладкая. Она может останется также в бетоне, полностью лофтовая, с подсветкой. Вибрация. Выше, 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 поднимите. Да. Еще выше, выше. Выше, еще на одну ступеньку. Да, вот здесь вот все. Не, нормально все, нет вибрации никакой. Ну да, неделя прошла. Бетон, сколько он, 28 дней? Мочить надо. Да она будет шлифовать, не планируем, все нормально будет. Да. Конечно будет шлифовать. Будет. Это по камню. Угу. Да, настолько сильно вибрировали, даже что вот крышечка она залилась. Надо в следующий раз их клеить вообще, да. На двухсторонний скотч. Да-да-да. Ну потому что вот этот тоненький слой вот бетона, вот он прям. А это у нас крышечка. Все равно все вытаскивается. Она там не будет держаться. Пластик. Ну ладно, вытащим ее. Металлическую поставим. Больше. Для сравнения, здесь у нас по объему бетона 0,7 где-то кубов. Но считали 0,6. Ну где-то, ну пусть будет 0,8. Да, а обычные лестницы, вот эти подъездные, без, ну, обычные, в общем, там полтора куба. Куб 300, полтора, два бывает даже. Вот, мы заливали это 4 часа. Один марш, вот один марш. Второй марш тоже 4 часа. В общей сложности 8. А обычные лестницы мы заливаем за 3 часа, за 2 часа. Бывает за час заливаем. Вот такая разница. Долго заливали. Потому что вибрировали все это.